Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс. В сегодняшнем обзоре замечательный пауэрбанк Sunshine E3. Это она один из лучших пауэрбанков и зарядная станция 2 в 1. Если, допустим, сравнивать с такими, как Xiaomi или другими пауэрбанками, более дешевыми, то, конечно, они уступают практически во всем. И сейчас мы об этом поговорим. Итак, давайте посмотрим о внешнем виде. Значит, что у нас здесь есть? Так, у нас здесь есть вход на 5 вольт. Можем запитываться от компьютера через USB, можем от обычной зарядки от телефона, я рекомендую, кстати. Два порта на USB на 5 вольт, на 1 ампер и на 2 ампера. Это для зарядки ваших девайсов, там планшет, телефон, очень хорошо выручает данный пауэрбанк. И кнопка питания. Все очень просто. Здесь у нас дисплей, на котором отображаются все 4 слота. Давайте подключим. Я использую провод от Lenovo. Почему именно этот провод использую? Потому что стандартный провод, который идет в комплекте, он по качеству не очень хороший. Я проверил с помощью тестеров, поэтому не рекомендую. Лучше возьмите что-нибудь проверенное, качественное. Поэтому я использую вот такой вот провод. Итак, мы видим отображение у нас на дисплее всех 4 слотов. Здесь у нас, как мы видим, открывается все очень простенько. Здесь 4 слота на аккумуляторы 18650 типа размер на 3,7 вольта. Все отображается на дисплее, все 4. Здесь у нас 1-2, это у нас порты. То есть, если мы подключим первый или второй девайс, нам будет здесь все это отображаться. Действительно, Powerbank соответствует своему качеству. И я вам скажу почему. Потому что, в отличие от других пауэрбанков, здесь есть защита. Защита каждой батареи отдельно. Если у вас одна банка будет не до конца заряжена, он подгонит ее под все остальные. То есть он равномерно заряжает каждую баночку. Благодаря этому ваши аккумуляторы будут жить долго и счастливо. У Xiaomi там или других подобных пауэрбанков такого нет. Мало того, у данных пауэрбанков нет взаимозаменяемых слотов. То есть вы не сможете достать аккумуляторы, поменять на другие. Вот они там встроены. А здесь спокойно вы можете заменить. Зарядили одни, поставили другие. То есть это по сути зарядная станция и пауэрбанк 2 в 1. Поэтому я рекомендую вам купить его, переплатить немножко денег. Но поверьте, во-первых, вы знаете, какие аккумуляторы здесь будут стоять. Вы будете знать, что это не песок там на них насыпан. Потому что вы их сами купите, вы сами их сюда поставите. К сожалению, у меня нет с собой сейчас вот этих вот аккумуляторов. Так получилось, что до сих пор мне их не прислали. И, скорее всего, вряд ли пришлют. Потому что заказывал у непроверенного продавца. Всегда заказывайте у проверенных продавцов. Всегда. Ну, аккумулятор я заказал, видите, вот и погорел на этом. Поэтому я поискал в закромах, нашел вот такую вот аккумуляторную батарею. 14500 типа размер. Что это значит? 14 это диаметр, 500 это 5 сантиметров длина. А здесь у нас 18650. То есть 18 диаметр и 6,5 получается длина. То есть наш аккумулятор, он короче. И видите, он немножко не достает до контактов. Чтобы это исправить, взял обычную гаечку, намотал сверху провод, так как провод имеет хорошие высокие показатели токопроводимости. И вот такой вот переходничок вставляем сюда. Вот. И теперь смело можно это все закрывать и использовать для зарядки наш пауэрбанк. Как мы видим, у нас на втором слоте отобразилась заряд. Идет заряд нашей батареи. Чтобы проверить, сколько емкости мы закачаем в наш пауэрбанк, мы подключим вот такой вот тестер к нашей зарядке. Вот так вот. Видим, у нас здесь уже так 4,92 вольта. Подключаем к нашему пауэрбанку. И заодно посмотрим, сколько у нас там за 20-30 минут набежит емкости. Так, 4,94 вольта, 0,26 ампера. Так, 2 миллиампера уже закатало. Итак, ребята, прошло где-то 15-20 минут. Мы закачали сюда 6 миллиампер при вольтаже 4,91 в наш пауэрбанк. Видите, зарядка идет.
Ну, не будем, как говорится, мучить вас, поэтому давайте то, что есть, мы будем использовать сейчас и пробовать как-то протестировать это все. Берем наш провод, подключаем, к примеру, к телефону, ну, допустим, на слот берем на 1 ампер. Так, вот у меня есть такой вот Fly телефончик, посмотрим, будет ли он заряжаться от нашего пауэрбанка. Так, сейчас, все, мы подключили, теперь надо включить наш пауэрбанк, включаем power, вот у нас идет зарядка, видим, да, появилась зарядка, все, видите, ребят, идет зарядочка на телефон. Зарядочка. Все, мы можем заряжать. Вот, кстати, друзья, у нас идет еще и показатель здесь. 5,14 вольт. Видите, на первом у нас порту, так как у нас первый борт используется, 0,42 ампера. Идет отдача. Вы видите, что все работает, все замечательно, все, индикация все показывает. Вольтажи, амперметраж, то есть полностью все, что нужно. Это действительно очень универсальная вещь. Зарядная станция и пауэрбанк 2 в 1. Поэтому всем рекомендую, друзья. Он стоит своих денег. Также рекомендую купить вот такой вот тестер с вот такой вот нагрузочкой. Ссылочку скину в описании. Ссылочку на продавца данного пауэрбанка тоже в описании. Он проверенный, можете смело заказывать. А с вами был Макс. Ставьте лайк, если это видео оказалось полезным. До новых встреч. Подписывайтесь. Пока. Платите деньги за качественный товар. Лучше немножко переплатить, но остаться потом довольным и пользоваться с большим удовольствием, чем потом жалеть и грызть ногти, руки, зубы. Или эти, как там, сухари. До новых встреч, пока.